С сегодняшнего дня, 20 марта, в Чувашии, как и по всей России, начинается досрочная сдача единого государственного экзамена. В нем принимают участие выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей. На этот раз желание сдать ЕГЭ изъявили 263 человека. В перечне предметов русский язык, математика, обществознание, физика и другие. Правила проведения, как на обычном ЕГЭ, чтобы исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам. Проверка знаний будет проходить под онлайн-видеонаблюдением. Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. 22 марта состоится самый массовый ЕГЭ по русскому языку.